Всем привет! Здесь Василий, RenShares LHF. Хочу показать программу Expert RC, Remote Client, на базе Expert SDR2. Это программа для работы в удаленном режиме. Вот сейчас она доводится в режиме передачи. Вот. Хотел бы показать, что на сегодня сделано. В ближайшее время опубликуем режим с телефоном, а возможно и сразу с передачей. До конца июля должны закончить. Так, на сегодняшний день реализован режим приема и передачи в телефонных режимах связи. Вот, меню Options немного изменилось. Меню SoundCard претерпели изменения. Мы видим, что вход микрофона и выход теперь у нас находится в меню SoundCard. Раньше это были отдельные менюшки. Вот. Выбор микрофона осуществляется вот в таком выпадающем меню. И сразу видно, что и драйвер, и название устройства одновременно как бы в одной строке находятся. При выборе микрофона в статусной строке отображается статус микрофона или наушников. Если он не выбран или не открыт, горит красным. Если устройство, микрофон или наушники выбраны и открыто, вот, горит зеленым. Также видим направление трафика текущего и скорость этого трафика. Вот, видим, что в режиме передачи красная стрелка, пошел трафик. И я вот разговариваю, тут какой-то сейчас микрофон. А, ну вот микрофон на гарнитуре у программиста, вот слышит мой голос и на спектре отображает. Сейчас выбран режим SSB. Вот. В настоящий момент поддержаны все виды связи телефонные, то есть AM, DSB, LSB, NFM, VFM, DGL, DGU, вот. Все, что не задействует телеграф. В ближайшее время будет внедрено телеграфное ядро, вот, и будет запущено. В настоящее время работает полностью меню PROTS, все виды связи. Как я сказал, не работает пока магнитофон, будет доделываться, не работает управление преампом, только режим 0 дБ используется сейчас, вот, будет доделано. Также будет доделан ВАК, да, встроен, скажем так, потому что сейчас его нет, чтобы можно было работать в режиме DGL, DGU. Убавь масштаб. Вот, ну вот таким образом это работает.